Давай. Так, да, давай, беги. Так. Yes. Сейчас разбомбим их всех. Да, кстати, хорошо, так неплохо взрываются вот эти конструкции. Ну все? Или нет? Да, все. Так, можно снова бежать за мальчиком. Блин, откуда? Ладно, насрать. Дальше бежим за мальчиком. Нет, мальчик у нас... Почему у меня на радаре не отражается? Так, супер. И вот того надо снять. Нормал. А, вот и наш мальчик. Ё-моё. Что, черт возьми, произошло? Весь неон остался без света. Просто один из этих психов взорвал всю подстанцию. Черт, голова просто раскалывается. Наверное, твоему телу не хватает электричества. Тебе придется собраться с силами и найти Гэри. Если не наладим подачу энергии, жнецов нам не сдержать. Да, это уж точно. Вниз, значит, да? Так, я прошел за призраком до канализации. Должно быть, жнецам был нужен Гэри, чтобы отключить подземный линейный трансформатор. Разыщи трансформатор и найди способ снова его запустить. Если электроцепь разорвана, придется ее восстановить. Ясно. Ясно. Так. Может, тут подзарядиться можно? Да, кажется, я нашел. Что надо сделать? Ох, нифига, через него электричество прошло. Но он, кстати, сам зарядился. Контактные способности. Ну-ка, давайте позырим. О, выкачивание. Это всего лишь скорость выкачивания увеличивает. Так, а у нас 830. Ладно, давайте выкачивание возьмем. Чёртова. Окей. Приобретено. Поздравляю с покупкой. Спасите! Кто орёт? Спасите! Гальванизируйте их. Это что такое, что значит? Прошу, помогите! Так, Спасибо. Эй, Джанет, ты уже тут? Открывай, этот парень свой. Нужно остановить жнецов. С ними какой-то электрик. Они убивают всех подряд. За что нам это все? Что она делает? Непонятно. Ну ладно, двигаемся. Двигаемся. Двигаемся дальше. Трансформатор заработал. Что теперь? Перезапусти распределительную подстанцию, зарядив регулятор напряжения, который находится спереди. Это восстановит подачу питания. Так, интересно, эти свои или нет? Черт. Как отстойно, наверное, жить здесь.
Так, тут что? А, связать раненых жнецов, не убивая их, можно электропутами. Связать. А вот этот раненый, да? А, все, понял. Так, это жнецы? Нет, нет, это не жнецы. А, вот еще, давайте свяжем. Выпивание жизни. Это их убьет, а вам восстановит здоровье и уровень энергии. Давайте еще раз попробуем. Че, нет? А, быстро. Подожди, надо быстро нажимать. Все, ладно. Не получится поэкспериментировать. Окей. Окей, окей, окей. Хоп. Интересно, это кто? Эй, чувак, ты там? Да. Ли заглянула на огонек и забрала кое-что из своих вещей. Говорил сквозь зубы. А когда я упомянула тебе, чуть башку мне не оторвала. Она думает, что я убил ее сестру. Чувак, ну ты не виноват, что в пакете была бомба. Это точно. Так, вон они, но жнецы. Я не надеюсь. Чёртовы. Увидимся. Нет, лучше справа. Сверху. Ну, давай. Ах он гад. Смотрите, он в воде. А мне тут воду нельзя. Все, я его все равно завалил. Эй! Что за лаг был? Вот этот вроде живой, смотрите. Во! Во, вот это другое дело. Ну, отлично. А, у тебя проблемы? Не можешь сориентироваться? Не, я же был диггером года 4 назад. Облазил весь город. И эти трубы знаю, как свои 5 пальцев. Так, нужно нам для лечения лечим. Ну, всего лишь 3 опыта дают. Ну, ладно. Может быть, будем по ходу лечить. Так, а... Так. Да, допрыгнул. Так, дальше сюда. А, так. И финальный прыжочек. Что ты здесь делаешь? Они тебя видели? Я должен включить подстанцию. Ты что, рехнулся? Жнецы убьют мою жену. Никто сюда не войдет. Открой дверь. Да пошел ты! Я эту дверь запер как следует. Никто не войдет и не выйдет, пока есть опасность. Бедняга. До сих пор думает, что защищает Линой. Но мне все равно нужно туда попасть. Я могу либо поджарить его и открыть дверь, либо сказать ему, что его жена мертва. Может, это заставит его сдаться. Да. Лина мертва. Они убили ее. Как ты узнал ее имя? Я знаю, тебе тяжело. Я видел ее тело. Ничего уже нельзя было сделать. Как я мог им поверить? Ну, открыл, почти молодец. Линой. Послушай меня. Я видел, на что ты способен. Ты должен убить их. Прикончить всех до одного.
Я обещаю. Обещание. Добрый поступок. Ну, шикарно. Только мне звание пока не повысили. А это не очень хорошо. Потому что я хочу быть супергероем. Так, дальше бежим. Так, там, я надеюсь, никого нет. Пока никого не видно. Так, что за генератор? Так, 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 так. А, заряжать надо. Понял? Ну что, возвращается свет в город. И это не может не радовать. Так, мои действия сделали мою репутацию более героической. Супер. Теперь что? Чистая работа. Электричество снова поступает в Норд-Бич. Но еще 3 подстанции по-прежнему отключены. Ты увидишь их на GPS через некоторое время. Так, следующее задание. Бежим к следующему заданию. Опять стрельба, да как они надоели. Еще рычат как собаки, вообще просто ужас. Так. Упс. Так, здесь не залезть. По трубе. Так. Ну, отлично. А, еще выше, да? А это что там, осколок, что ли? А, попутно осколок соберем. О, еще 14 надо. Просто с каждым разом количество этих осколков увеличивается. Необходимых. Необходимое количество для увеличения запаса энергии. Коул, мне только что позвонил работник скорой помощи. Жнецы обчистили его клинику, и ему нужна твоя помощь. Я не могу решить все проблемы в мире, Моя. Верю, но если ты ему поможешь, он в долгу не останется.